Когда я выбирал свою профессию в детстве, я очень любил читать книги о путешествиях. И, естественно, о Николае Николаевиче Миклухо-Маклае тоже. Поэтому его личность, несомненно, сыграла роль в моем выборе жизненного пути. И я очень рад, что мне пришлось сейчас, в какой-то степени вернуть ему долг памяти, потому что в 2014 году по поручению президента Русского географического общества я как раз разрабатывал положение о золотой медали имени Николая Николаевича Миклухо-Маклая. Так что он лично для меня значит очень много.